В Свердловской области разбился дельтаплан. Трагедия произошла накануне вечером. Пилот погиб. Как установило следствие, дельтапланом управлял руководитель местного аэроклуба 54-летний Евгений Колесниченко. Примерно в 22 часа он поднял летательный аппарат в воздух, а через 7 минут рухнул с высоты 20 метров. По словам местных жителей, члены аэроклуба давно использовали для тренировок поле, на которое упал дельтаплан. Они соорудили кемпинг, который одновременно служил им базой для предполетной подготовки и местом отдыха. Рядом расположена импровизированная взлетная полоса. Власти неоднократно запрещали проводить полеты над полем. Работа следователей на месте катастрофы завершена. Отрабатываются несколько версий случившегося. Первоначальные версии выдвинуты – это плохое состояние, физическое состояние пилота и техническая неисправность воздушного судна. Кроме того, установлено, что воздушное судно не прошло соответствующую регистрацию до вылета. В настоящее время продолжается выяснение всех обстоятельств. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.